Самые популярные имена мальчиков в 2018 году – Александр, Артем и Максим, сообщило Сергиево-Посадское управление ЗАГС. Девочек чаще всего называли София, Анастасия и Виктория. В этом вопросе земляки попали в общероссийский тренд. По статистике, София, Александр и в стране – самые популярные имена. Отметили сотрудники ЗАГС и редкие имена, данные детям в Сергиево-Посадском районе. На свет появились Давид, Мирон, Саян и Филипп. А девочек назвали Евангелина, Есения, Ева, Капитолина и Нини.